Всем привет, всем всего доброго, с вами Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. В общем, захожу я на тест OLT, в общем, без читов, без прем-аккаунтов всяких, без хренов. В общем, как всегда, без всяких там, ну, знаете, без всяких там накруток, без доп-пайков. В общем, как, что можно сказать, да, вот, меня долго не было, почти месяц опять, я вот пару раз заходил в эти танки, наши сранки. В общем, ничего не поменялось, стало еще хуже. Вообще сейчас невозможно стало играть, то есть я не знаю, как люди вообще играют, то есть там какие-то патч за патчем выходит, короче говоря, игра вообще портится прямо на глазах, и невозможно вообще ни на каком, ни на десятком, ну, ни на песке, там одна голда тоже, ну, как бы вообще испортилось вот это вот все, вот прям с каждым днем даже прям вот, прям чувствуется, что просто, ну, как невозможно играть, там, я не знаю, может быть, на донате, там, кто играет, может быть, у них там получше, как бы, эта ситуация, но... Вы сами посудите, сейчас даже вот пчел, да, который блогер, он просто ушел с этих танков в другой ММО проект, не знаю, может быть такой же Шарашкину контору, может быть она будет лучше там эта игра, но тем не менее, да, если это западные какие-то разработчики, скорее всего, может там будет получше. В плане того, что они, ну, не будут, ну, не так, короче, не издеваются над простым народом, как бы, который просто, ну, нету денег, там, не заносит в кассу, поэтому там будет, наверное, конечно, да, меньше, там будет всяких таких издевок, как вот в этих танках, да, ну, как бы... Понимаете, я вообще хочу к чему, вообще, это, вообще хочу, вообще, что сказать, да, вот еще в этом видео... Сказать, что, ребят, вы не ведитесь вот на всякие там, вот сейчас будут там ВГ-фесты там всякие, это все просто, это все как пиар-компания, это все как реклама, к танкам вообще это дело никакого не имеет, то есть это просто, вот я не знаю, я вообще предлагаю бойкотировать вообще этот ВГ-фест, не идите туда, это вот просто разводка, сходите... Лучше на Мстители вторые потратьте с умом эти деньги, или вот сейчас будет Годзилла выходить, и даже можно даже на Покемона сходить, будет лучше пользы, больше, чем играть вот в эти танки и идти на этот ВГ-фест. Блин, ну я вообще, я вот, вот у меня сейчас здесь вот что-то получается... Ну, я здесь вообще действую по какой-то, конечно, уже тактике такой, что уже иду на пролом, видите, все хвосте стоят, я просто иду на пролом вот здесь вот, то есть здесь уже как бы действую не это самое, ну, как говорится, приходится действовать, чтобы как что-то показать, что-то покрутить, надо как-то вот уже действовать просто, ну... То есть я бы никогда там, ну, как бы играю аккуратно, но здесь вот я просто вот выхожу прям по центру, прям, ну, никого нет, пользуюсь тем, да, что, ну, тем не менее, с десятками это очень опасно, ну, блин, вот таких боев все меньше и меньше, то есть, в принципе, мне там были, да, какие-то бои, там я больше всех набиваю там, но... Они просто неинтересны, их выкладывать смысла нету. Поэтому я выкладываю такие, ну, самые такие более-менее интересные бои. Поэтому здесь был неплохой бой. Вот сейчас я тайпа буду здесь крутить. То есть вот таких ситуаций, кстати, все меньше и меньше. То, что как бы выкатываешься, тебя там убивают, все на голде, как бы, ну, я не знаю, сейчас вообще онлайн просел, я заметил, до 100 тысяч, то есть всего лишь 100 тысяч человек, представляете, играло, и из них вот, если так вот посчитать, пускай это 70% ботов, значит, получается 30 тысяч, ну, не знаю, с учетом, это очень, ну, это очень мало, во-первых, на 10 серверов это всего, 10 серверов это 30 тысяч, там разбить человек, это получается по, ну, получается по 3 тысячи на сервер, это вообще, ну, блин, это вообще ни о чем, как говорится, из них вот если посчитать, допустим, смотрите, 20 тысяч человек вообще не донатят,
Потом, смотрите, из 10 тысяч человек, которые там 5, 6 тысяч, 7 тысяч, они донатят, но, допустим, вот как пчел, то есть они такие донаты осуществляют, такие, как говорится, ну, там раз, может, в месяц там что-нибудь, раз, там, может быть, в 3 месяца какой-нибудь танчик купят и все, и катаются. То есть такие, они пассивные, как бы, донаторы. И вот эти вот всякие левша, правша, там всякие вот эти вот джобы, актеры, шмактеры, шахтеры, как говорится, вот эти вот постоянные донатеры, постоянные вот эти вот, которые эти самые, ну, им про, есть, которые им просто проплачивают, они как бы, ну, у них постоянно премиум аккаунт, постоянно премиум, и этот премиум и идут танки, поэтому как бы вот эти вот 3000, они постоянные донатеры, они постоянно там в топах, вот эти вот. Еще я хотел бы сказать, вот эта вспышка, как его там, ну, короче говоря, вот эти вот все, короче, вот это шоу-шобла, короче, ихняя, в общем, вот и среди этих ВГшников, то есть вот, то есть вот эти 3000 человек, которые там, вот эти топовые, как бы, кланы, в кавычках, да, почему-то один топовый клан слился, да, который ушел, да, он прекратил, видимо, мало платил, вот, денег не хватило, да, там, и ушел, да, этот, я уже не помню, какой там клан, да, я не слежу, в принципе, сейчас, но тем не менее, да, вот там надо было платить, вносить в кассу деньги, да, и просто люди, они просто ушли, потому что, на, видимо, не хватило денег. Ну, вот такой бой, как бы, тут набил 3300. В общем, да, игра сдувается, игра, я не знаю, у меня уже сил, как бы, уже не хватило, не знаю, в этом месяце я буду продолжать играть или нет. Я сейчас, как бы, пересел сейчас на Соньку, сейчас, после, вот сейчас я буду, наверное, сразу показывать по Соньке и какие-то буду вносить дополнительные предложения сейчас, прям сразу после вот этой катки, и, короче, играть стало просто невозможно. Да, у меня тут первые тут эти значки, тут это все, этот, как говорится, там и мастера, и, ну, блин, я говорю, просто там один бой из 10, это вот этот вот, как бы, получается, а остальные все бои, там половина еще 7 боев идет на слив, ну, как бы, игра вообще ни о чем, получается, играть невозможно, ну, просто, ну, неприятная игра стала неприятной, вот. Поэтому, если вы не вносите им деньги, смысла даже у нее играть нету. Это вот как вот рулетка, казино. Сейчас следующее видео будет. Всем всего доброго, всем еще раз привет. С вами Стас Кобальт. Ну, в продолжение видео я хотел бы сказать, что бросайте эти танки, ну, как бы. Сейчас лето, сейчас, говорится, сейчас они вообще ужесточили этот весь этот танковый баланс, поэтому, мол, играть будет невозможно. Скорее всего, там патчи никакие, перепатчи, они ничего не поменяют. В общем, потратьте эти деньги, не идите вы на этот ВГ-фест, объявите бойкот этому ВГ-фесту. Сходите лучше на «Мстители» вторые. Вот я был, очень классный фильм, скорее всего, будет фильм года. И потом, смотрите, выходит там «Годзилла», может быть, я еще пойду на «Покемонов» схожу. Только не на этот ВГ-фест, только не на эти танки я буду тратить эти деньги. Потом, смотрите, выходит «Рамштайн», пожалуйста, альбом покупайте, слушайте. В мае, по-моему, уже сейчас выходит, так, можно бесплатно скачать, но только не танки. Потом, смотрите, на PlayStation, допустим, вот я играю сейчас Red Dead Redemption. Очень классная игра такая, она игра года 2018, очень она, я про нее уже говорил, и очень она долгая, поэтому она долгое время занимает, и в ней приятно вообще, ну, как вот играть, находиться там, такая она, как бы, неспешная, не как эти танки там, как сумасшедшие там гоняют, уже как на машинах там носишься. Вот смотрите, два диска, тут вот даже карта вот прилагается. Купил я, кстати, тоже с рук, по-моему, там на Авито, на Юле. Вот. Как бы тут целая карта еще идет в комплекте, вот. Поэтому куча есть развлечений, помимо этих танков, у меня времени нету даже, чтобы эти танки даже обсуждать. Опять же, я говорю, по оппозиционным каналам подписывайтесь на такого блогера, как Бородос. У него был раньше канал был Бородус Танки,
Это единственный, кстати, блогер, который вещает, единственное, что-то говорит про вообще эти танки. Да, там может быть одно и то же он говорит, но в принципе он прав в своих даже видео, вы можете проследить, там иногда что-то выскакивает, все равно у него новая какая-то информация, та, которая тоже ни на одном канале она не появляется, и он там, да, с матами говорит, но это единственный просто блогер, который может еще что-то сказать, потому что, смотрите, Пчел, он уже ушел, он будет появляться, скорее всего, по танкам, но очень редко, поэтому, потому что, ну, невозможно стало играть, опять же, я говорю. Потом, значит, был канал Кейтлин, но его уже нет, этого канала, вы же знаете, что его уже нет, этого канала, вот, он уже ушел, и, ну, как бы, говорят, что его убили, ну, ладно. И потом, значит, каналы такие, раки против, там что-то статистов, статисты против раков, потом канал у нас Сандервот и канал якобы оппозиционный, это Грим Оптимист. Ну, блин, это вот танковые оппозиционеры, которые фактически они тоже вещают за эти танки, они топят за эти танки, потому что они проскакивают, да, там вы там это, играть не умеете, арта там, то-то-то-сё, ну, на самом деле, короче, это все, все эти вот эти танковые, короче, это самое, они даже оппозиционным каналами назвать нельзя. Это вот единственный канал Бородос, еще, может быть, мой, там еще. Больше я даже не встречал на Ютубе каких-то еще других каналов, вот, чтобы они что-то про этот ВГ говорили и про эти танки. Ну, вот. Поэтому, да, я, кстати, Бородуса там иногда поправляю в его видео, там тоже даю ему комментарии какие-то. Вот это единственный канал вообще танковый, который я еще смотрю. А, так, ну, все по танкам, все по танкам мы разобрались. Я буду еще выходить, может быть, там записывать какие-то видео, если там что-то будет меняться, буду говорить. Ну, скорее всего, там что-то там вообще все глохнет в этих танках, поэтому... Не знаю, лучше поиграю в этот, в Redemption, пока, вот, у меня еще куча там игр, которые на плойку, мне их надо, это тоже самое, короче говоря, проходить, а в этих танках просто там зайдешь часик и максимум, это все, уже, тебе уже просто, как бы даже блевать тянет от этих танков, так что все, всем всего доброго, всем пока, подписывайтесь на канал Бородос. И я ссылку оставлю там внизу в описании его канала, как он там называется правильно. Всем всего доброго. С вами был Стас Кобальт, канал Стас Кобальт.